Добрый день, я Лали Шамадина Карсантия, главный нештатный гематолог Тверской области. Участвую в программе «Тверь-Тим». Самое тяжелое, конечно, когда на приеме сидишь и ты держишь этот анализ. И родителю сказать об этом диагнозе. Это перебороть себя и видеть переживания родителей, переживания, эти слезы. И сказать, что у ребенка рак, это, конечно, выше, ну, никак к этому привыкнуть нельзя. У нас дети выздоравливают, снимаются с учета, выходят замуж, женятся и уже приходят со своими детьми. У нас уже внуки есть, можно сказать. Приходят, заходят радостно и открывают двери, и как у себя дома чувствуют себя. Именно в красной зоне действительно нет. А вот в окружении, в транспорте, мне кажется, больше опасности, чем именно там. Инфекция есть, поэтому надо себя беречь, надо себя уважать, других уважать. Хотя бы маску надевать в общественных местах. Это, конечно, обязательно надо. Очень много больных, и поток больше большой. А мы и психологи тоже в том числе. Конечно, да, без этого никак. И шутим с ними, и даем надежду, все будет хорошо. Когда уже поддаются лечению, уже глазки открываются, начинают и шутить, и благодарить. Не останавливаться на достигнутом. Работать над собой, учиться. Чем больше знаешь и читаешь, тем это для себя, для тебя, для будущего. То есть идти вперед и вперед и вперед.